Дело в том, что это не просто мы проводим круглый стол вообще, да? Это идут занятия в соответствии с учебным планом в классе будущих полицейских. И, как правило, в начале учебного года мы проводим круглый стол по теме службы Межмуниципального управления МВД России Щелковска и их задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории обслуживания. Класс будущих полицейских работает в Щелковском молодежном центре «Романтик». Он был создан в рамках дополнительной программы по инициативе общественной ветеранской организации, действующей при Межмуниципальном управлении полиции. За время обучения старшеклассники, приезжающие сюда из школ городского округа, изучают теоретические и практические основы профессии сотрудника органов внутренних дел. На круглом столе перед ребятами выступили представители нескольких подразделений полиции, участковые и уполномоченные, патрульно-постовой службы, инспекторы ГИБДД, криминалисты, сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними и другие. Они рассказали ребятам о том, какие обязанности и права есть у работников правоохранительной системы, а также объяснили, какие требования предъявляются к соискателям на должности сотрудников МВД по различным специальностям. Кинологам, чтобы работать, надо иметь хотя бы среднее специальное образование. Сейчас, в данный момент, у нас... 3-4 года назад мы запускали этот процесс. С прошлого года мы его все-таки запустили на базе Долголедова, технико инновационных технологий. И филиал, который на Сиреневой находится, вот, там сейчас уже второй год проводит подготовку и обучение гражданского персонала по линии кинологии. Кроме центральной площадки, которая располагается в центре «Романтик», с прошлого года во Фрянове начал работать филиал класса будущих полицейских. Сегодня его ученики также посетили круглый стол. Старшеклассница Фаина Груздева рассказала о том, как и что им преподают в классе будущих полицейских. Очень интересно их слушать. Они стараются дать как можно больше информации. Она очень хорошо запоминается, она представляется ими в доступной форме. Они рассказывают какие-то свои случаи из жизни, чтобы показать нам это все на примере, чтобы мы поняли вообще, что собой представляют эти курсы, эта работа, которую они представляют. Класс будущих полицейских в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» работает с 2013 года. Ребята, которые начали заниматься в сентябре, закончат свое обучение через 2 года. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.